Здравствуйте, дорогие ученики, уважаемые учителя. Тема сегодняшнего урока – алгебраические дроби, сокращение дробей. Алгебраические дроби называются дробь в виде а плюс b, деленный на а минус b. Здесь а плюс b – числитель, а а минус b – знаменатель. Например, два деленные на x. x минус y деленный на 2 плюс x, 2x плюс 2y деленный на ab, b, 5x деленный на a минус b и так далее. Теперь сократим дроби. Пример первый. Сначала определяем знак. Минус делим на минус, будет плюс. Теперь найдем наибольший общий делитель чисел 50 и 75. Здесь общий делитель 50 и 75 будет 25. Сократим по 25. 2, 3, 2 третьих. Пример второй. Знак будет минус. Теперь сократим. По 6, 5, 6, 5 шестых. Пример третий. Знак будет минус. Сократим по 8, 4, 5, минус 4 пятых. Пример четвертый. Сократим по 120, потому что наибольший общий делитель чисел 120 и 240 – 120. 1, 2. 1, 2. Пример 5. 6 и 9 сократим по 3. 2, 3. 2а деленный на 3. Пример 6. 15 и 25 сократим по 5. 5, 3, 5 деленный на 3а. А останется без изменений, потому что не сокращается. Пример 7. А 4 степени, а 5 степени сократим. А знаменатель останется а, а числитель 1. 1 деленный на а. Пример 8. А 5 степени деленный на а 4 степени. А числитель останется а. Или вычтем. 5 минус 4 будет а 1 степени. Пример 9. А сокращается. 20 и 25 делится на 5. 4, 5. 4 пятых. 5 и 12 не сокращается, поэтому запишем без изменений. А третьей степени, а шестой степени. Знаменатель останется а третьей степени. Б четвертой степени, б второй степени. Числитель останется б квадрат. Пример 11. X плюс Y сокращается, останется 3 четвертых. Пример 12. X минус Y сокращается, останется 2. Пример 13. Сократим алгебраические дроби. M плюс N. 1 деленный на M плюс N четвертой степени. Пример 14. Если показатель степени четный, местами поменяем, знак останется без изменений. 3y минус 4x четвертой степени. 3y минус 4x. Теперь сократим. Будет 3y 4x. И все это в кубе. 15. Показатель степени нечетный, поэтому, когда
местами поменяем, то появится минус. Минус 3y минус 4x в кубе 3y минус 4x. Теперь сократим. Минус 3y минус 4x, и все это в квадрате. 16. Вынесем за скобки 5 из числителя. Вынесем за скобки 5 из числителя. 3 вынесем из знаменателя. Теперь сократим. 5 третьих или 1 целое 2 третьих. Пример 17. 3 вынесем за скобки. А минус Б. Отсюда тоже 3 вынесем за скобки. А плюс Б. Сократим по 3. А минус Б деленное на А плюс Б. Пример 18. Х вынесем за скобки. А минус Б. А из знаменателя Y вынесем за скобки. А минус Б. Сократим по А минус Б. Х деленное на Y. Пример 19. Разложим на множители. По формуле А минус Б. А плюс Б. А плюс Б. Теперь сократим. А минус Б. Пример 20. Тоже разложим на множители. 7 минус x. 7 плюс x. 7 плюс x. Теперь сократим. 7 минус x. 21. Пример 21. Соберем по формуле квадрат разницы. А минус 2 в квадрате, деленное на А минус 2. Теперь сократим. А минус 2. 22 соберем по формуле квадрат разницы. А минус 5. И все это в квадрате. Разложим на множители. А минус 5. А плюс 5. Теперь сократим. А минус 5 деленное на А плюс 5. Пример 23. Разложим числитель на множители. 2 минус А. 2 плюс А. А в знаменателе А вынесем за скобки. А минус 2. Здесь поменяем местами и поставим минус. Плюс А деленное на А. Или можно написать А плюс 2. 5 вынесем за скобки, и будет у нас формула А минус Б в квадрате. Здесь тоже 5 вынесем за скобки и разложим на множители. А минус Б, А плюс Б. 5 сократим по 5. А минус Б на А минус Б. Останется у нас А минус Б деленное на А плюс Б. Пример 25. Пример 25. А четвертой степени, А второй степени. А второй степени. Б второй степени, Б четвертой степени, Б второй степени. Вынесем за скобки. Останется у нас А квадрат. Минус b квадрат. Из знаменателя вынесем а квадрат а, b квадрат bb. А плюс b. Сократим. Это тоже разложим на множители, будет А минус Б, А плюс Б. А плюс Б тоже сокращается. Останется у нас АБ умноженный на А минус Б. Спасибо за внимание. До свидания.